В любом деле всегда бывают мастера, создающие подлинные шедевры. Один из них – ремесленник из Кызылординской области Женебек Маханбет. Мастер художественного промысла создает из дерева уникальные предметы. Его творения известны не только в стране, но и далеко за пределами. Однако творить и созидать – не единственная цель мастера. Свой бесценный опыт ремесленник передает последователям, молодым и талантливым сельским ребятишкам, рассказывает Райхан Тажибаева. Это резная мебель – одна из первых работ мастера. Впервые настоящий интерес к резьбе по дереву у бывшего сельского учителя появился в 35 лет. Тогда он еще не знал, что простое увлечение станет делом всей его жизни. Секреты ремесленнического дела Женебек Маханбет познавал самостоятельно. От простого к сложному, от одиночной экспозиции к целой композиции. Так, шаг за шагом, росло мастерство ремесленника. Сегодня каждое его творение – настоящий шедевр. Это экспозиция с большим смыслом. Здесь переплетены множество идей и мыслей. Передать их, воссоздать всю глубину по силам не каждому. Чтобы выполнить такую работу, нужны настоящее чутье, большой опыт и неимоверное усердие. Эта работа – моя гордость. Ремесленник хоть и ратует за достижения современной науки и техники, однако сам все делает вручную. Секретами мастерства охотно делится с другими. Сначала в сельской школе, а теперь у себя дома Женебек Маханбет обучает талантливых сельских ребятишек. Всегда с интересом наблюдал, как работает дедушка. Желание создавать красивые вещи тогда и появилось. Он часто возил меня с собой на разные выставки и конкурсы. Сейчас я студент второго курса гуманитарного технического колледжа. Учусь по специальности изобразительное искусство и черчение. В будущем хочу стать таким же мастером, как и мой дедушка. Раньше в нашей школе был кружок. Я 3 года его посещал. Сейчас кружок закрыли. Очень хочется, чтобы он снова начал работать. Мы с ребятами могли бы оттачивать там свое мастерство и к выставке Экспо 2017 создать множество эксклюзивных предметов из дерева. Только так, прививая любовь к искусству с малых лет, можно сохранить древнее ремесло, считает мастер и искренне радуется, что исконно народные ремесла возрождаются. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылординская область.